современные железные дороги – это высокие скорости, инновационные локомотивы и вагоны, а также высококлассный сервис. Один из обязательных пунктов обслуживания в скоростных поездах – питание. Еду для пассажиров готовят по специальным технологиям. Продукты, поступающие на комбинат по производству питания в поездах, должны быть свежими и качественными. Вот прибыла очередная партия овощей. Технолог тщательно проверяет каждый ящик. Если специалист находит гнилой перец или грязный салат, вся продукция отправляется обратно поставщику. В этой партии нет ни одного брака. Овощи можно передать на первичную обработку. Моют плоды и зелень в специальном растворе, который убивает все микробы. Ведь еда в первую очередь должна быть безопасной. Затем овощи отправляют на сушку. За смену в 12 часов рабочие этого цеха перерабатывают до 2 тонн овощей. Между тем, другие специалисты готовят к переработке мясные продукты. В соответствии с главной технологией предприятия «Долгая жизнь свежей пищи» здесь никогда и ничего не замораживают. Мясо охлаждается в камере при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов. Перед готовкой его еще и размораживают, также в специальной камере. И только после этого мясо, птица или рыба попадают на переработку. Приготовление пищи происходит по определенному циклу. Обжаренная на гриле с двух сторон куриная грудка охлаждается. Затем используют вакуумный пакет. В таких упаковках курица отправляется в духовой шкаф. В вакуумных пакетах мясо сохраняет свой натуральный вкус и аромат. И никакие микробы извне ему не страшны. Готовую курицу повар уводит в чиллер, в камеру интенсивного охлаждения воздушного типа. Приготовил и охладил, особенность технологии, которая сохраняет пищевую ценность продукта, оставляя его свежим. Когда все ингредиенты для набора питания готовы, их отправляют в цех комплектации. Горячее укладывается в фарфоровые косолетки. В таких тарелках с высокими бортами проводницы легко разогреют блюдо. Холодные закуски комплектуются здесь же. Специалисты формируют салаты «Цезарь» и «Греческий». Готовые к укладке овощи из цеха первичной переработки. Мясное нарезается вручную и специальной машиной. Салаты выглядят ничуть не хуже, чем в каком-нибудь столичном ресторане. Аппетитно и красиво. Последний этап – упаковка наборов в специальные тележки. Включается конвейерная лента. Теперь нужно лишь вовремя положить на поднос свой предмет. Тележка очень быстро заполняется и вместе со специальным контейнером для горячего отправляется на погрузку.